Привет, я играю в Roblox Остров Выживания. Мы сейчас идем на новую карту. Гонки. Я очень боюсь всякого. Видите, еще тучи какие. Я решусь пойти наверх, чтобы спастись от всего, что будет. По-моему, сейчас метель будет. И сейчас будет очень плохо. И это плохо, то, что метель. О, это ветерище, что нужно, наверное... Слазивать. И идти лучше подальше, а то раздует как. О, я вот тут буду стоять, меня ничего не сделает. Ничего не будет. О, тут есть такая штучка интересная. Ой, тут метель. Ой, зря я пошел. Пошла. Тут такое шумище. Я думаю, уже скоро закончится ветер. Вот нормально наводнение, голубое небо и наводнение, и цунами, нормально. А вот это все то, что вот шумит, это мне не нравится. О, наконец-то. Вот что с островом случилось. У нас стройка. Наверное, пойду на самый последний этаж. Может быть, все получится. Я тут застрял. А интересно, а как они залазят туда наверх? Интересненько. Ну там есть вот лесенка. Могу на нее подняться. О, а чё ж я так не подумала сделать? Ой, у нас землетрясение. Пойду я вниз. Ну, по-моему, я не пойду вниз. Меня колбасит. Ну, я нормально иду, а некоторых колбасит. А, из-за того, что я тогда в здании была, и меня колбасило. Стоп, не убегай. Сейчас убежит, и я куда еще? Ну, убегать куда-то подальше. А это меня затягивает. Меня затягивает. А как так? Я развалился.
Шесть человеков выжило. Ждем третью карту, и мы будем закарчивать на первой части. Вторая позже будет. И может быть в другой игре. А кто хочет в какую-то игру играть? Интересную. Может, Хаги-Баги? Предложите в комментариях, что мне можно поиграть. Но вот Хаги-Баги — это страшная игра. Страшненько. Когда тут, тут догонял Хаги-Баги, страшненько было. Ай. Я не могу залезть. Коробки двигаем. О, спасибо, что вы меня подтолкнули. А что там на улице? Неужели кислый дождь? А не, наводнение. Ждем, нас ничего не затопит. Меня не затопит. Мы смелые, нас не затопит. Пытайтесь залезть. Нас все уже затопило практически. Очень много людей. Мне жетончик дали. Вот можете имя мое посмотреть. Я, короче, накалякал на свое имя. Потому что мне не разрешали делать свое обычное имя. Я накалякал. Ракета! А может быть, я улечу отсюда? Я хочу улететь. Бежим скорее. Я хочу улететь. Я полетел на ракете. Мы никуда не летим, потому что мы застряли на одном месте. А, не, мы полетели. Только тут мы сейчас, по-моему, умрем, потому что... А, не, мы летим в космос. Вы знаете, кто тут летит? Они летят, и вы знаете, вот сейчас я себе приближу, возле нас никого, ну, практически никого. Они есть. И мы очень далеко улетели от карты. И мы полетим домой. Ребята, кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока.